мозгов почину, ебанёк. Сука, блядь, чё дебил убил сделал? Убил нахуй, наверное, водителя. Тормози, блядь. Чё натворил? Убил, блядь, нахуй водителя наверняка. Костя коврик, подчеркнуто вежливо кивнув, за вагон сошел с коврика. «Ведь сюда пришли?» – спросила бабка. «На девятый идите, там алкаши живут. А здесь приличные люди. Самое удивительное, что за вагон ничуть на бабку не злился». Твою мать, блядь. Ебаный в рот. Сигналишь, блядь. Сигналишь, блядь, езжай. Куда, блядь? Ты видел там знак какой? Иди сам нахуй. Еще показывают спидометр, они 160 метров. Степь, дороги нет. И тут их как стоящих слева стоит КамАЗ такой. Ну ты. Ёб твою мать. Эй! Охереть. Ты вообще чем думала, девочка?
Блин. Кто-то упал. Да. Он не заметил, поскольку там еще один склад был выше. Бумс. Да, вон тот склад. Я во время концерта постоянно общаюсь с людьми, потому что, в принципе, что еще делать? Песни петь? Это не очень интересно. Это что? Я с тобой абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Я хотя бы могу поменять слова, да. Вот именно.